картинной галерее прошел художественный конкурс «Прокуратура глазами детей». Он приурочен ко дню образования Московской губернской прокуратуры, которая в этом году отмечает 102-ю годовщину. Подробнее о работах юных художников расскажет наш корреспондент. На протяжении 3 лет в Люберцах проходит выставка картин «Прокуратура глазами детей», которая стала символом патриотического воспитания молодежи. В конкурсе приняли участие дети прокуроров, воспитанники детских школ искусств округа и студенты юридического университета. Такой конкурс, мне кажется, он сближает население, ну, в частности, нашего городского округа, нашей области. Поэтому, когда дети, в том числе дети, видят нас, так сказать, не только в работе, но еще и в каком-то творчестве, мы их видим в творчестве. Все это благоприятно сказывается в целом на атмосфере в обществе. Каждым разом он становится все более интересным, все больше лиц принимает участие, работы все красочнее. Вот на конкурс этого года тому явное подтверждение. Картины написаны разными техниками – акварелью, гуашью и карандашом. Участники выразили свое видение правосудия, защиты и справедливости. Елизавета Портных с детства хотела стать прокурором. Сейчас она студентка юридического университета и уже на пути к своей мечте. А на участие в конкурсе и написание картины ее вдохновил преподаватель. Вообще я вдохновилась, если честно, своим преподавателем по дисциплине ведения специальности «Профессиональная этика». И в этой картине я изобразила ее. Также в руках можно увидеть конституцию, весы. Это, можно сказать, что символы юристов, прокуратуры, юриспруденции в целом. Ну и вообще я тоже, можно сказать, вдохновилась. Всех конкурсантов наградили благодарственными письмами. А после торжественной части ребята приняли участие в акции «Письмо солдату». Они будут отправлены в зону специальной военной операции. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.